Доброе утро! Продолжаем просыпаться. В студии Никита Шевченко и Анна Макарова. Союз мультфильм объявит победителя конкурса на озвучку мультфильма «Ну, погоди» в январе. За право озвучить котенка в перезапуске известного мультика борется более 1000 человек. Студия назовет имя победителя уже 18 января. Для участия в конкурсе было прислано более 1000 видеороликов. Изначально объявить победителя планировали 31 декабря, но для отсмотра работ потребовалось дополнительное время. Поэтому подведение итогов конкурса перенесли. А мультфильмы, как нам кажется, всегда будут актуальны и востребованы зрителям. И сегодня в гости мы решили пригласить одного из самых известных мультперсонажей. Ну, только с астраханской сцены. У нас в гостях Игорь Вакулин, исполнитель роли Карлсона в новой постановке, и дрессировщица Риана Васильева и Кудряшова Юлия. Доброе утро, да. Уважаемые гости, доброе утро. Расскажите, почему надо посмотреть эту сказку на сцене Астраханского драматического театра? Потому что это интересно, потому что это захватывающе, потому что это просто Новый год, потому что на дворе. И как бы мне кажется, что будет здорово, если есть такая возможность прийти и увидеть очень необычный, на мой взгляд, спектакль такой какой-то у нас получился. Вот такой какой-то живой, вот, и с элементами еще вот таких вот красавиц. Вот, ну, как бы, вот, потому что это интересно. Я не могу ответить на вопрос, почему. Потому что есть люди, которым нравится ходить в театр, и они приходят, им это нравится больше или меньше. И, наверное, поэтому надо сходить, посмотреть, потому что Новый год на дворе, ну, как-то так. Да, хорошо. Вообще, история Карлсона, она ведь не нова. Насколько она актуальна, по вашему мнению, сейчас? Актуально так же, как актуально детство и проблемы детства. И как бы... Знаете, Карлсон, она действительно не нова, но ребенок, он как бы, не знаю, как словами это все. Есть ребенок, есть маленький человечек, у которого все в жизни, в общем-то, хорошо, да? Вот. Но в его голове, в его мечтах есть какая-то мечта о каком-то там друге, о каком-то там. История Карлсона – это история такого вольнодумства. Очень хорошего. Очень такой, какой-то такой открытости, что ли. И ребенок мечтает о чем-то таком, и вдруг где-то в его голове складывается такой образ. Такого вроде бы взрослого человека, который понимает его, идет ему навстречу, и как бы и вместе проходит через какие-то испытания и приходит к какому-то финалу. Ну, как-то так. На мой взгляд, как-то так. Мы не ставили цели, да, там как-то мультфильм или не мультфильм. Мы помним, наверное, хотя с трудом, но что-то я помню. Вот, у нас скорее такой притчевый спектакль. Он скорее, ну, это скорее притча, чем просто сказка веселая. Но, тем не менее, у нас весело и как-то так. На сцене вы были не одни. С вами были не более свободолюбивые артисты. Это Найда и Ева. Вот. Да. И, девочки, сначала вопрос к вам, как их владельцам. Что вообще вас привело в театр? Изначально нам написал SMM-менеджер Екатерина и пригласила нас участвовать в... Вернее, нас, а наших любимцев, участвовать в спектакле «Малыш Карлсон». Угу. Отлично. И... Вот вы как матери отправляете своих детей на сцену просто. А где вы находитесь в тот момент, когда они работают? Когда наши щенки находятся на сцене, мы наблюдаем за ними за кулисами и переживаем вместе с ними. Но при этом вы как-то не можете выйти на сцену и как-то проконтролировать. Нет, 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 все мы доверяем актерам. Ну, мне кажется, что в этой ситуации могли какие-то курьезные ситуации возникнуть. Ну, потому что собаки, они не особо ведь проникаются духом драматургии. Да. Да, у нас был случай, когда на сцене щенок стал пищать и скулить, и устраивать свой концерт. Когда это не нужно было совсем. Да, да, но вот как раз это было под конец спектакля, и мы быстро исправили это, взяв его на руки после окончания. А, знаете еще, вот у этой девочки, вот, она когда выступала первый раз, и на следующий день я, когда выходите, а где собака?
вот. А где Ева? Значит, я как-то чаще выхожу с ней, почему-то, не знаю. Вот. А мне говорят, а она травму получила. Да, она потому что первый раз, когда первый раз она выступала, она так тряслась, теперь она уже все. Сейчас она уже не боится. Опытная артистка. Она опытная артистка. Да. А первый раз, я говорю, послушай, ну мы же с ней вроде так аккуратно. Это речь идет о психологической травме. О физической. Она шею потянула так, что она не была на следующий день, не была на работе. Вот, но через день она вернулась на работу, да, и сейчас она очень мило себя ведет на руках, то есть она уже ничего не боится, не трясет. Ну, я думаю, ей больничное платили. Ну, думаю, да. Ну что ж, а сейчас у вас есть невероятнейшая возможность поздравить зрителей не только со сцены, но и с экранов. Вот, пожалуйста, есть камера, есть телезрители. Можно сказать что-нибудь, какое-то напутствие? Да, на только-только начавшийся 2021. Да, будем надеяться на то, что этот год будет другим. Мы, конечно, с удовольствием всех поздравляем и с Новым годом, и с наступающим Рождеством. Мы будем надеяться на то, что все будет немножечко по-другому. Пожелать мы можем только здоровья и терпения. Вот. И приходите в Астраханский драматический театр посмотреть на нас, на вот этих красавиц. Ну, в общем, как-то так. С Новым годом! Ну что ж, не убавить, не прибавить, как говорится. Да, главное, не переключайтесь, чаще ходите в театр и доброе утро! Доброе утро!